процесс в действии. Так вот происходит. Почему некоторые клиенты у нас нам претензии выставляли, что было вот три перемычки, почему мы убрали, оставили? Потому что вот для этого, смотрите, для чего. Как все забивается просто. Хорошая кувалда, руки, мужские крепкие, сильные. Все. И по уровню. Еще немножко, Лень, если смотреть на забор. Потом натягивается трасса. Не, Миш, сантиметров 10. Вот и легенда. Сейчас все расскажем в прямом эфире. Дверь цельная, комплектация. Форточка, фокус-блок. Про шпалеры спрашивали. Смотрите. Шпалера очень, так скажем, просто. Состоит из рогатины и верхнего прогона. Ширина вверху метр. Общая длина, если брать цельные трубы, 2,20. Видите, в почву сколько забили? Сантиметров 50-60, наверное. Две перекладины, в них уже просверлено отверстие для тросов. Вот, вон, и вот. Можете натянуть. Но в основном заказывают по два троса. Шпалеры. Они идут по умолчанию шагом 2 метра, но если кому надо, можно сделать учет. Например, кто заказывает там 5 метров, то одна секция идет метровая. Или в размер. И если под заказ, то можно разбить секции, чтобы были одинаковые прогоны. Нестандартный заказ. Также все оцинкованная труба и полимерная порошковая покраска. Помимо теплицы с грядками установили еще шпалера, называется, длина 6 метров, 3 секции, натянуто 2 троса. Все это для того, чтобы поддерживать, подвязывать малину. Она сделана из трубы 40 на 40, это стойка, и 40 на 20 сами элементы. Связи 20 на 20. Покрашено также все полимеропорошковым способом, цвет тоже шоколад. Вот они в комплекте у нас тут будут находиться. Вот такие замечательные изделия от компании «Уральская усадьба» остаются у клиента. Чтобы клиент пользовался, получал удовольствие, получал большой урожай. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!